Это самая лучшая, самая сочная фотография на тему поражения склада боеприпасов в Торопце. Это просто квинтэссенция русского мира. Посмотрите на эту нищету, на эти жалкие обои, на эту старую советскую кровать, на эти коробки, выполняющие функцию мебели, и на саму мебель. На эти ленты-мухоловки, висящие на потолке. На фонарик, висящий у изголовья кровати. Вот клянусь, у меня в детстве был точно такой же. В 80-х годах прошлого века. Этому фонарику минимум 40 лет, а то и 50-60. Их все устраивает. И на этом фоне окно. А в окно видно, как горят миллиарды долларов, потраченные Путиным на войну. Не на повышение уровня жизни своих граждан, а на уничтожение жизни украинцев. Это окно в русский мир. Вот куда ни посмотри, и снаружи, и внутри, это настоящий русский мир.